Итак, всем привет! 24 августа 2023 года. Мы все еще в Таиланде. Немного поменялся наш быт. Мы жили на вилле долгое время. Целый год мы жили на вилле. И сейчас мы переехали на квартиру. По разным причинам. Одна из основных причин то, что формат жизни в доме оказался для нас, ну, наверное, не совсем подходящим. И захотелось вернуться в какую-то такую городскую среду. И мы в целом эту городскую среду получили. Живем в таком вот сейчас вот районе, в котором даже есть тротуары. Вот, и сегодня я, наверное, просто покажу вам один свой день. Просто один мой день. Сейчас я иду в кафе. Сейчас 9:30 утра. Мы проснулись уже относительно давно. Наташа уже успела отвезти Киру в садик. Наташа моя жена, Кира моя дочка. И я решил начать свой рабочий день. Начинаю свой рабочий день сегодня не дома. Захотелось немножечко разнообразия. Иду на завтрак и совмещу его с работой над одним проектом. Как это ни странно, за второй год жизни в Таиланде я так и не привык к жаре. Реально не готов к этому. И совершенно не привык к образу жизни относительно солнечных периодов дня. То есть ты такой типа, пойду прогуляюсь в 12, когда самое пекло. Вот, но зато вечером тут супер кайф. А к 5 минутах ходьбы у нас вот такой парк. Парк на самом деле прикольный. Я думаю, что-нибудь там еще тоже поснимаем отдельно. Вместе с семьей. Погнали дальше. Пришел я вот сюда. Вот сюда. Amazon Cafe — это местная такая сеть. Местная сеть кофеин. Ну, весьма ничего такая. Куда пойдем? Савадикап. One cappuccino. Big hot. Hot. Yes. And big size. Yeah, and take away. Here. Oh no, take away. Sorry. And one sandwich. Ну что, 11:50, зацепил себе еще один кофеечек и двигаю домой. Есть пару дел по дому и потом снова за работу. Сейчас в работе есть несколько крупных коммерческих проектов. Какие-то могу показывать, какие-то не могу показывать. Один из тех, что могу показывать, это КХЛ. Да, я сейчас работаю с хоккейной лигой и много чего уже для них сделал. И скоро покажу это у себя и в Инстаграме, и еще где-нибудь. Вот, и плюс ко всему еще наши собственные проекты. А именно мы запускаем Sketch Club. Sketch Club онлайн я делаю на Ютубе. И плюс ко всему мы запускаем офлайн Sketch Club, который будем проводить здесь, на Пхукете. И плюс ко всему еще планируем проводить это потом еще в Бангкоке. Ну, в целом, это будет такой формат, который мы будем возить за собой в разные страны, где бы мы ни были. Вот, и формировать такую вот тусовочку. И плюс ко всему еще готовим сейчас еще один видеоматериал, видеоуроки в поддержку основного курса, который также будет доступен, наверное, в этом месяце. Напишу. Все, иду. Дорога. Тротуаров нет. Кофе есть. Жарко. Все, класс. Все, время 12:50, и можно садиться за работу. Погнали. У меня сейчас есть вот такое рабочее место, но, честно говоря, пока дома никого нет, я работаю в основном за большим столом в гостиной. Один из плюсов работы здесь в том, что у меня здесь есть доступ к проектору, я включаю себе что-нибудь посмотреть или послушать, и также иногда отвлекаюсь на PlayStation. Вот, и сегодня у меня по плану, помимо основных проектов, сегодня два коммерческих проекта, нужно один зафиналить практически. Также есть задача по выставлению счетов и доставке документов. И плюс ко всему мне нужно сегодня подготовить материалы по Sketch Club.
продумать программу и прописать программу для нового образовательного продукта, который скоро также появится у меня, наверное, на сайте к этому моменту, потому что над сайтом я тоже сейчас работаю. Сейчас я делаю большой акцент на своих собственных проектах, а именно на YouTube-канале, плюс ко всему на образовательных проектах. У меня не так давно выходил курс, сейчас пока что продажи закрыты, но уже два потока в процессе обучения в данный момент находятся. И также мы будем это продолжать, обновлять и все такое. Плюс ко всему будет еще один небольшой классный такой продукт, который я сейчас готовлю, там продукт, который я готовлю. Будет интересная штука. Пока не буду раскрывать и рассказывать, про что именно там будет, но будут инструменты и знания полезные и быстро получаемые для того, чтобы прокачаться в самом начале своего пути рисовального. Вот, на этом, наверное, все по работе. И в целом в подобном формате я проведу несколько часов до того момента, как сегодня Наташа едет за дочкой, за Кирой, вот, до приезда моих семейных. Дальше семейное время, тусуюсь с дочкой, укладываю ее спать, и уже потом, после того, как она уложится спать, еще немножечко поработаю. Сейчас стараюсь не супер сильно, не супер долго ходить в ночь, делать это все более как-то компактно, для того, чтобы нормально высыпаться, потому что у меня были периоды, когда я ложился в 3 часа ночи, в 4 часа ночи, и, честно говоря, это очень на износ процесс работы, формат такой. И поэтому сейчас, вне зависимости от того, на каком этапе у меня завершение проекта, я выбираю себя и ложусь спать. Ну а сейчас погнали. Время на данный момент 12:55. Привет. Как день прошел? Что у тебя на руках? Гаджетов в доме, то тем больше вирусов. Вы в садике учили? Да.